Гэты магазин у пасёлку Чонкі карыстаецца попытам у мясцовых жыхароў. У перадсвяточныя дні папулярнасць звычайна ўзрастае. Тут ужо завяршылі прыгатаванні да навагодняга гандлю. Прыгожа аформлены інтэр'ер магазіна, пашыраны асартымент прапануемай прадукцыі. Закуплены штучныя елкі, цацкі, сувеніры і ўся неабходная святочная атрыбутыка. Прыходзім часта, магазін нравіцца, асобна в преддверии Нового года украшен красиво, хорошо. Вот. Я думаю, что с семьей придем за подарками к празднику, к Новому году, к Рождеству. У системе Гомельского райспожилсоюза 115 объектов гандлю и 21 громадского харчевания. Во всех уже готовы сустракать покупников с новогодними товарами и дарить святошный настрой. В первых числах декабря уже люди начинают присматривать подарки активнее, конечно. Сейчас еще пока они присматривают, но уже в декабре, с декабря месяца они уже как бы покупают. И мы готовы. Готовы обслужить покупателя. У нас много новогодних подарков, елок. То есть что предложить. Новый год для нас это большой праздник, и мы бы хотели, конечно, его сделать для всех праздник. И для себя, и для покупателей. Пік пакупніцкага попыту звычайна прыходзіцца на апошні пераднавагодні тыдзень. Дэфіцыту тавараў, запэўніваюць кааператары, не будзе. Галоўнае патрабаванне да пераднавагодняга гандлю на вёсцы – даць магчымасць сялянам набыць усё, што патрэбна. І нават калі на паліцах магазіна няма неабходнага тавара, знайсці спосаб задаволіць пакупніка. Кожны сельскі магазін у раёне прымае індывідуальныя заказы. Если что-то эксклюзивное нужно, необходимо подвести сельскому жителю, то мы всегда с удовольствием выполняем заявку. В течение 2-3 дней мы всегда выполняем заявки. И сложную бытовую технику, если кто-то хочет приобрести какие-то подарки к Новому году. Ну и мелкобытовую, в общем, все. И новогодние костюмы, карнавальные костюмы. То есть все, что пожелает покупатель, мы всегда рады исполнить. Акрамя гэтага, у Гомельскім райспажыўсаюзе абяцаюць парадаваць сваіх пакупнікоў правядзеннем спецыяльных акцый. На многія тавары напярэдадні свята будуць зніжаны гандлёвыя надбаўкі і адпускныя цэны. Дарэчы, пытанне пераднавагодняга гандлю будзе абмяркоўвацца на рэспубліканскім семінары на радзе Белкапсаюза, які сёння пройдзе ў Гомелі. Дмітрый Котаў, Максім Славін, Тэлерадыёкампанія Гомель.